Говорят, что когда для Адама и Евы кончилась райская жизнь, им тут же пришлось соорудить из фиговых листьев кое-какой наряд. С тех пор одежда претерпела множество изменений. Но сама проблема, как и во что одеться, актуальна по-прежнему. В первые годы жизни мы предоставляем решать ее родителям. Потом ученым-методистам из Министерства просвещения. Однако с наступлением юности нам приходится самим браться за эту проблему. Ведь мы хотим выглядеть людьми своего века. Хотим быть одетыми по моде. Красиво, изящно, удобно. О том, как создается наша одежда, рассказала международная выставка, проходившая в Москве осенью 67-го года. В те же дни в Лужниках, во Дворце спорта, открылся международный фестиваль мод. Двадцать две страны стали участниками этого интернационального праздника одежды. Впервые москвичи присутствовали на таком представительном съезде законодателей мировой моды. Лучшие художники-модельеры Европы, Азии и Америки знакомили их со своим искусством. Самые изящные манекенщицы мира стремились заслужить их одобрение. Сотни отечественных и зарубежных фирм отдавали на их суд образцы своей продукции. С утра до вечера двигался по квадрату подиума бесконечный поток моделей, рождая общий облик сегодняшней и первые контуры завтрашней моды. Честь открытия была предоставлена крупнейшим моделирующим организациям Советского Союза. Это был не только акт вежливости по отношению к устроителям фестиваля, но и признание ведущей роли советской моды. Давно ушли в прошлое те времена, когда она считалась на Западе бедной Золушкой. Ныне моделям советских художников аплодируют Лондон и Париж, Нью-Йорк и Рио-де-Жанейро, Стокгольм и Монреаль. Восторженный прием встретила наша коллекция одежды на всемирной выставке «Экспо-67». С успехом проходил показ советских моделей и здесь, в Москве. Мы хотели бы познакомить вас с авторами этих нарядов, но всех не покажешь, а пропустить кого-либо было бы несправедливо. Поэтому пусть они останутся, как и в жизни, невидимыми, незнакомыми вам. Говорить же за них будут их работы. Thank you.
на подиуме самый модный материал 20 века – трикотаж. Это показывает свою коллекцию советские художники. Нет нужды говорить о необычайной популярности вязаных материалов. Они широко используются и в повседневной одежде, и в нарядной, и особенно в спортивной. Успехи химиков в создании новых синтетических волокон и ярких красителей еще более обогатили творческую палитру художников-модельеров. Смелое использование цвета как основного средства художественной выразительности было свойственно представителям многих стран. В том числе и модельерам Австрии. Они продемонстрировали интересную коллекцию изделий из трикотажа. Как известно, в работе модельера более всего ценится умение создавать ансамбль в одежде, способность гармонически сочетать все ее элементы. Немаловажное значение для создания ансамбля имеет и правильный выбор дополнений – пояса, туфель, перчаток, чулок. Дополнения, или как их еще называют, аксессуары туалета, были широко экспонированы на международной выставке «Одежда». Два века назад многие королевы отдали бы полцарства за этот стенд. Ведь даже они имели всего по паре шелковых чулок, связанных вручную. Теперь чулки и модные туфли – обязательная принадлежность туалета миллионов женщин. Впрочем, от элегантной обуви не отказываются и мужчины. Только младенцы остаются верны старым традициям. Мы уже говорили, что ансамбль – это согласованность всех элементов одежды. Но все ваши старания пойдут прахом, если вы забудете о прическе. Она должна быть гармонично связана с вашим обликом. Столь же важен и выбор украшений. Возможно, они покажутся несколько экстравагантными, но дело художника предложить. Ваше право принять или отвергнуть его совет.